Блин, прикольно. То, чтобы добраться на уровень, нужно тоже попотеть. Вниз в дыру. Там мы поднимались, тут будем опускаться, что ли? Так это работает? Я просто не... I don't understand. Да что такое? Это промзона. Сейчас и узнаем. Ой, погода поменялась. Если она была до этого хоть какая-нибудь дружелюбная, то теперь все. Здесь, скорее всего, надо будет укрытие искать, да? Дождь. Вода наш злейший враг. Ой, я передумал. Я домой хочу. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я аж сам чуть не... Ну, почти наложил. Всё, не увидел. Убежали дальше. Какое-то не очень хорошее воспоминание. А, значит, другую сторону надо. Стоп. Нет, на эту веточку нельзя. Стоп. Сейчас. Воспользуемся такой возможностью. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как это я там проскочил. Найс. Давай, собирай нитки. Бочка. С отходами 100%. Как плюешь? Погода, конечно. Ни разу не радует погода. Такой прям очень реалистичный звук этого молнии. Что должен? Какие-то очень какие-то воспоминания непонятные. А, значит, это для того, чтобы... Нет? А куда прыгнуть-то? Или что-то...
Сейчас, секунду. Я малость с порядком напутал. Нет, лишнюю нитку. Не хочу расходовать. А, так я здесь не привязывал. А я могу ее тащить? А я что-то перепрыгивал? А, значит, я должен оттуда во что-то скатить. Нет, я там подняться не могу. А я могу? Вот что. Все. Я не знаю, зачем я там выломал у бочки дно. Нет, не дно. Там горловина была. Вверх выломал. Ну да ладно. Может, мне за это какую-то ачивку дадут? Ой. Ай! Все, я понял. Я думал, это просто зацепиться. Угу. Давай, вяжу узелок. Во-во-во-во. Давайте без акробатов. Да. Что же делать со второй? Не успел. Там надо было... А ведь можно просто под нее спрятаться. И отвязывать ничего не надо. Все. Решение найдено. Осталось его реализовать. Я ведь могу... Я просто потом вот так вот быстро сделаю и все. На реакцию выехать. Первая. Ломает. И все. Сохранение.
Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не, братишки, я вниз. Охренеть, сколько там отходов. Это мне пригодится, интересно? Или зря тащу? Нет, пригодится. Я туда не допрыгну, да? Нет, я туда просто не допрыгнул. Мне нужно сразу же сверху расшатываться. Отвяжись-ка. Что-то надо принести откуда-то. Или что это? Нет. Все, сейчас сделаем. Надо вот внимательно смотреть на все эти текстуры. Оно поплавится или нет? Ага. И выше ничего не показывают. Там не что, ну не за что зацепиться. Да. Мне кажется, нужно здесь расшататься очень сильно.
И достать до той стороны. Да, да, там есть. Есть. Я увидел. Успел. А я могу? К сожалению. А, бутылку она сохранила, но... Найс. Бутылку она там оставила, но... При этом заново надо уровень... Ну, как уровень этим... Там, завязочки эти все... Надо заново ставить. Все. Нужно просто максимально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Подожди, а как мне запрыгнуть? Нет. Сейчас надо раскачаться. Нет. Или типа все уже. Упустил я момент. Ба. Как ее забрать? Ой. Спасибо, помогли. Помощь, конечно, такая себе, но... И на том, спасибо. Дайте угадаю. Они что-то сливают. А может там на кнопку надо что-то... Питание подать, наверное, надо, да? Ага. А, это не туда кнопку. Для начала надо... Толкать-то он лучше, чем тащит. Я не то сделал, секунду.
Петрюги. А я не вижу, светится она в тот момент или нет. Вот тут-то мне и нужна коробка. А, их там еще и две таких штуки. Хм. Весьма интересно получается. А. Ой, не та кнопка. А может быть, мне и не нужна кнопка? Может, это обман? А может, там можно выключить его? Все, теперь понятно. Делаем вот так. Подожди. Теперь включаем. И сохраняемся. Все, хоть там все бахкает. Сколько влезет. Ой, монетка. О, монетку захватил. А еще где-то есть? Привязать что-то. А, нет, все. Так легко.
Это было сложно. Но я, как говорится, смог. И вот для чего ты нужен мне. Ну, чтобы этот трактор сейчас не поехал. Будет очень неприятная ситуация. А походу наоборот надо, чтобы он поехал. Ага, может в другую сторону? А этот не двигается, стоп? У нас тут все двигается, у нас тут все. Повыше, значит, в другую сторону. Сейчас. Очень-очень много там между ними было расстояние, и очень много лишней нитки используется. Тихо. Очень странно, зачем нам? А, стоп. Чуть-чуть побольше. Это ж... Только рычагов все тянуть надо. А в какую сторону тебя? По всей видимости, надо тебя... Ой. А я могу... Свяжись, пожалуйста. Угу. Сейчас посмотрим, все ли я сделал правильно. А, тут можно пройти. Просто мне интересно, где он, так скажем, эти воспоминания нашел, если... Типа, было какое-то место, которое... значимое для вот там для той бабушки. Верни скотина, верни, я тебе сейчас чучу рючу. Было какое-то значимое место, его типа разрушили вот этими всеми, вот этой помойкой, а я так был близок. А стоп, что?